стоит? 1000 до 1500. Хотя это наш расклад. Заметили, я вас понял. Будьте добры, также страховой полис ОСАГО. Перекресток очень опасен в аварийном отношении. Очень часто здесь происходит конфликтная ситуация. Возьмите, будьте добры, пройдемте с нами патрульный автомобиль. Нарушили требования дорожного знака 4.1.2 движения направо при выезде из улицы Первоарцанова. Соответственно, при повороте налево нарушили данное требование дорожного знака. Вам все ясно? Свое водителя предупредили вас предупредили? Заметили, да? Заметили. На будущее попрошу вас быть повнимательнее, так как данный перекресток является опасным аварийным отношением. Будь добры, тоже вас будет. Дорожного знака 4.1.2, движение направо. Соответственно, двигались налево. Вам суть вашего правонарушения ясна? Будут какие-то комментарии по этому поводу? Не будет. Мне Сергеевич, еще страховой полис ОСАГО ваш не видел. Мои пожелания и наставления будут по поводу данного правонарушения следующими. На будущее будьте внимательными при проезде указанного перекрестка, так как является аварийным. Я вас понял. Буквально через 5 минут я к вам подойду для остального административного материала. Проводим очередное профилактическое мероприятие на пересечении улиц Волоколамского проспекта и бульвара Цанова, связанное с пересечением нарушений правил дорожного движения, а именно нарушение требований дорожного знака движения только направо. На данном участке происходит ДТП, как с тяжкими последствиями, так и без пострадавших. А также здесь высокая интенсивность движения, очень большие транспортные потоки, которые пересекаются между собой.